Light Camera Action. Итак, добрый день всем участникам фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер, приветствую вас как член жюри вашего фестиваля. И после того, как я вас отжурила и все оценки записала и послала, я бы хотела отметить в номинации «Арт. Искусство» Лейлу Алиеву, которая получила от меня 10 баллов. Очень красивая картина, она такая прям в стиле Модельяни, красивая птичка. И сама девочка сделала прекрасную презентацию, села очень грациозно, сама похожа на эту птичку, которую нарисовала. Из взрослых Ху Ханна, это уже из, да, постарше. И дальше Жушко Наталья, очень красивые. Все три работы были прекрасные, но одна я чуть меньше оценочку поставила, чтобы просто как бы что-то похуже, а две работы восхитительные. Я бы хотела их видеть у себя на стенах, что мне очень понравились работы и сова, и вторая работа, яблоки мне понравились. В номинации хореография хотелось бы отметить то, что мне понравилось. Лапушки, коллектив, прекрасный коллектив, оба номера шикарных. Новый язык сделан и хореографический язык, что большая редкость. У нас все обычно все повторяют в наше время. Вот. Оба номера очень хорошие. Посоветовал бы немножечко рисунки менять, уходить в диагонали, может быть, поставить кубик, выставить их на кубик, чтобы немножко по объему не было. А так прекрасно, восхитительная работа, детки прекрасно отработали, ансамбль красивый, шикарный. Дальше, также импульс очень мне понравился. Вот, это, ну, я десятки все называю, те, кто больше всех баллов заработал. Дальше, конкурс композиторов. Владимир Вархитов, понравилась первая работа, очень понравилась, 10 баллов я поставила. Такой прям уже как даже оркестровка получилась, оркестровочка такая, сильная работа. Юрий Поливаев, тоже 10 баллов. Дальше, Direction of коллектив, да. Вита Мулюкина, оба номера, очень сильные, 20 от меня. World Art, мировой, искусство слова так переводится, может, да, на русский язык, дикция. Ураев Стиви 10 поставила. Немножечко на дикции, на буквой Р работать, если уж так совсем строго судить. Мальчик хороший, прекрасно прочитал все, рассказал артистично, выразительно. И Дальнего, Ксения Дальнего, да, тоже 10 поставила. Ну вот, в принципе, и все. Насчет хореографии хотелось посоветовать просто от себя, поскольку это мой профиль. Побольше заниматься базой. Если у вас есть база классического танца, растяжка, например, там вот какие-то способности физические, уже дальше можно строить дальше. Первый этаж есть, здание, можно строить дальше что все что угодно. И контемпоры, и модерны, и хип-хоп. Когда есть прекрасные физические данные, то это, конечно, помогает. Вот. А так, от себя хочу еще добавить, что мы приглашаем вас к себе в Италию. Видите, какая погода прекрасная у нас. Все хорошо на наши фестивали, которые мы тоже совместно будем организовывать.